Минувшей ночью на территории Черного озера произошел еще один инцидент между азербайджанскими и армянскими военными. Как передает канал 13 со ссылкой на армянские СМИ, 11 армянских военных попали в больницу с повреждениями разной степени тяжести после драки с азербайджанскими военнослужащими на границе в Сюникской, Зангезурской области. Согласно информации, у командира Гарийской войской части сломан нос.